Артетвин. Двухцветная декоративная шпатлевка. Нижний слой Индеко Плюс. Промежуточный слой Артетвин База, цвет Палаццо 95, плюс Гинстер 80, плюс Артетвин Эффект Голд. Верхний слой Артетвин Эффект Голд. Необходимые инструменты. Валик. Специальная кельма Артетвин. Мастерок. Перед окраской стен полукрываем защитной пленкой или бумагой. Подложка должна быть сухой, чистой, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью. На основании стены влажным валиком наносим Индеко Плюс белого цвета. После высыхания первого слоя одновременно наносим на шпатель шпатлевочную массу Артетвин База в двух выбранных оттенках плюс Артетвин Эффект Голд. Декоративную массу для шпаклевания наносим точечно на стену, распределяя и моделируя ее по всей поверхности. Слишком долгое смешивание массы приводит к равномерному цвету, что в данном случае является ошибкой. Спустя 12 часов при помощи шпателя наносим верхний слой Артетвин Эффект Голд. После полного высыхания мы получаем эффект легкого сияния. В ролике использовался белый цвет Артетвин База для первого слоя, цвет Палаццо 95, Гинстер 80 для второго слоя и Артетвин Эффект Голд для третьего.